мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Инесса из Нью-Йорка. Сейчас раннее утро и нету такой сумасшедшей жары. И я быстренько побежала на свой задний дворик для того, чтобы сделать вот эту съемку. Сегодня у меня съемка будет совершенно необычная. Но, впрочем, я всегда так стараюсь делать, чтобы было интересно и не так, как у всех. Получается или нет, это дело другое, но я стараюсь. Перед вами статуэтка моего детства. И сегодня я хочу рассказать о том, о чем я никогда еще на своем канале не рассказывала. Я хочу рассказать немного о том, где я жила, когда была маленькая, какая у меня была семья. И что меня окружало, что дало мне толчок на собирание моей коллекции. А толчок мне дала вот эта статуэтка, которая у меня осталась от моей любимой мамочки. И это не просто статуэтка. Это статуэтка из 60-х. И это подарок моей мамочке от ее подруги, тети Зои, нашей соседки. Она работала живописцем на нашем Минском фарфоро-фаянсовом заводе. И поэтому у нас в доме всегда водилась какая-то интересная посуда. У нас всегда водилось много интересных статуэток. Но, к сожалению, сохранилось только вот это. И давайте сначала мы ее немножечко рассмотрим, чуть-чуть. Перед вами стоит, вот посмотрите, девушка сидит в белорусском костюме. И посмотрите, насколько вот минимальная здесь, в общем-то, работа с кистью. То есть только контуры, причем в золоте, и только волосы выкрашены, и немного лицо. Там щечки розовые, губки красненькие, глазки голубенькие. А так девушка в белорусском национальном костюме, которая плетет венок. Это был такой стандарт в те времена, очень популярный. Статуэтка, как видите, крупная. И тут написано на память Нади от Зои в день рождения. То есть если Зоя подарила маме эту статуэтку в день рождения. И вот сейчас посмотрим на клеймо, пожалуйста. Тут клеймо Минского фарфоро-фаянсового завода. К сожалению, непонятно какого года, но я точно помню, что эта статуэтка была подарена маме, когда было, мне было 8 лет. Поэтому я могу четко как бы определиться со временем. Родилась я в городе Минске, в семье учительницы старших классов физики и инженера-электрика. Ну, как видите, такой стандартный набор для того времени. Родилась я, провела все свое детство и свою юность вот в этом доме. По адресу 1-й земледельческий переулок, дом номер 5. Вот представляете себе, я все это помню. И вы знаете, вот эта фотография 2018 года, ничего не изменилось. И район, в котором я жила, состоял вот из таких двухэтажных домиков, которые принадлежали на самом деле тому самому фарфоро-фаянсовому заводу, в котором жила мамина подруга, тетя Зоя. Но дом, в котором я выросла, это была совершенно другая история. Его выстроили так называемым горьковским методом. Я не думаю, что вы слышали когда-нибудь об этом, и я вам сейчас расскажу, что это такое. Горьковский метод – это когда собирались строители из одного и того же треста и строили сами себе жилье. Им выделяли земельный участок, им давали строительные материалы, а все остальное они делали сами. Ну вот. Такой горьковский метод, чтобы как-то получить какое-то жилье. Все это происходило в 50-е годы. И, конечно же, было очень сложно с жильем, потому что сразу после войны Минск был полностью разрушен, прямо до основания. И каждый находил себе жилье, как только мог. То есть мы никогда не жили в коммуналках, мы всегда жили в отдельной квартире. И по тем временам это было, ну, просто настоящий праздник. А это школа, в которой я училась, школа номер 35. И я там проучилась 10 лет. А вот это уже Киев. И перед тем, как прокрутить перед вами ролик, который мне прислала моя подруга по увлечению Наталья, я хочу вот немножечко вам показать
фотографии, которые я нарыла на интернете. Ну и, конечно, поблагодарить Наталью, которая не первый раз уже мне присылает свои замечательные ролики. И у меня даже есть на канале плейлист, который так и называется «Наталья». И я вам сброшу ссылочку на него. Здравствуйте, друзья! Эта история произошла в самом начале моего увлечения винтажными брошами. Так случилось, что об этом узнала мама моей подруги детства и решила отдать мне свои брошки. Когда я пришла к ней домой, на столе меня ждали эти незамысловатые богатства. Я улыбнулась, когда увидела вот этих двух пуделей, потому что в этом доме всегда любили маленьких белых пушистых собачек. И я даже помню кличку первой из них. Ее звали Джина. А когда мой взгляд упал на эту брошь, мое сердце сжалось. На меня смотрела не репродукция картины, на меня смотрела моя белокурая маленькая подружка с Джиной на руках. Мне представилось, с какой любовью покупали эту брошь, как ей украшали детскую шапочку или пальтишко. Она была свидетельницей многих счастливых дней, успела выгореть от солнца и немножко деформировалась. На этой броши использована репродукция картины английского художника Артура Уильяма Дэвиса. Картина называется «Господин Симпсон» и написана в 1780 году. Это портрет маленького мальчика Джеймса Александра Симпсона. Эта брошь теперь хранится у меня в отдельной коробочке, как воспоминание о далеком безоблачном детстве. А в семье моей подруги до сих пор живут потомки той самой собаки Джины. Вот такая история.